Слава тебе, Иисус. Аллилуйя.
Нету Христа другого тела, кроме нас с тобой. Нету Христа другого тела, Господь разместил на своем уделе. Себя выражает Он в каждом из нас. Тело Христа — это ты и я. В теле Христа важен ты и я. Аллилуйя! В каждом из нас есть сосуд елея, и каждый из нас уникален в теле. Господу буду служить. Аллилуйя, буду заботиться об этом теле. О, в теле Христа важен ты и я. Используй меня, откладывать труд Господень. Готов послужить я прямо здесь и сейчас. Тело Христа — это ты и я. О, в теле Христа важен ты и я. У нас есть ответственность занять наше место, чтоб образ Христа возрастал. Господь нуждается в каждом из нас. Тело Христа — это ты и я. В теле Христа важен ты и я. Благодарю за кровь. Слава Господу! Аллилуйя! Наша награда весьма велика. Невеста Христа — это ты и я. Невеста Христа — это ты и я. Благодарю, Господь, за это откровение. Благодарю за откровение, позицию и предопределение. Наша награда весьма велика. Невеста Христа — это ты и я. Невеста Христа — это ты и я. Я на земле живу незрением, хожу я верой, откровением. Оно в душе меня объемлет все сильнее. Хочу прорваться в сферу вечности, ту атмосферу бесконечности, что в Слово Божье стало плотью во мне. Боге цель моя и Божий ген внутри меня, я уз не но есть реальность, аллилуйя. Но реальна сущность мне, где сотни ангелов везде, источник вечный из души во мне открой. Но вижу ясно, о Господь, спасибо тебе, что мы открытым лицом можем взирать на Тебя, Господь, на славу Твою, Отец. Аллилуйя, Господь. Пусть переменит меч божественный, меня по слову сверхъестественно, чтобы во мне исполнил волю Ты свою. Да, Господь. Лишь в Боге цель моя и Божие внутри меня, я узник временный лишь и жене земной. Реальна сущность
где сотни ангелов везде, источник вечный из души во мне открой. Боге цель моя и Божий ген внутри меня, я узник временный лишь и жене земной. Наша реальность.